Ну что, начинаем продолжать нашу резьбу. Вот по наклонности, по спирали оно уходит вниз. Надо обойтись таким способом. И так идем, видим, уже снова противоволокон. Здесь нужно взять наиболее подходящую стамесочку, таким мелким радиусом. И вот так уже зачистить. Не заходим. Это нужно для того, чтобы не откалывалось. Когда оставляется площадочка, оно не так откалывается. Ее потом можно или сошлифовать, или легенько подрезать, или даже оставить в таком виде, в котором она есть. На себя лучше не резать начинающему резчику. Это уже когда профессионализм повышается, тогда можно чуть-чуть снять фаску. Немножко здесь подравниваем. Сниму, покажу вам, как это немножко по другим ракурсом смотрится для полного представления.